Приветствую, ребята, всех на своем канале. Решили еще снять одно вам видео. Говорил я, что полевые работы наши закончились, но, наверное, еще не закончились. Решили мы нашу траву пробарановать. Расскажу для чего. Так как наш луг заливает весной, кто помнит по весенним видео, то есть этот весь луг был залит. То есть весной мы его не успеваем пробарановать, потому как стоит вода очень долго. Вот. А когда высыхает, уже трава высокая. То есть смысла нет уже потом барановать и жалко портить траву. То есть за осенний период появляется много муравейников и крот много кучнает, нагортает. Поэтому решили пробарановать для того, чтобы уничтожить все эти кочки, ямки, в общем, все это разгорнуть немножко. Ну и чуть траву, которая уже подвысохла, чуть пробарановать, дабы весной не задумываться о нашем пастбище и сенокосе. То есть сейчас начнем барановать. Что из этого получится, смотрите сами. Барановать буду вот такими баронками. То есть в свое время, ну это было лет 10 назад, срочно нужно было пробарановать также траву. В срочном порядке, буквально за полтора часа, все это сделал. Да так оно и осталось. То есть сделал по-быстренькому на время, но осталось, можно сказать, что навсегда. Все никак руки не доходит переделать. Ну ладно. В основе стоит рама от списанного культиватора КПС-4. Варили под навеску уголок. Вот. И зацепили 4 тяжелых бараны. Вот, по-быстренькому. На цепках. Вот так вот. Напоминаю, что все это делалось в спешном порядке, на время, так что сильно не судите. Вот. Ну, скажу сразу, приходилось, в общем, был заброшенный участок, не косился, ну, лет 5, то есть кочки были высотой сантиметров 30-40, но проходил этими боронами следов 3-4, то есть разбивало полностью, делало ровненько, и как видите, вот даже этот участок был заброшенный, не косился 2 года. Ну, этими боронами все это расчистил, разгорнул. Все муравейники, все кочки. Как видите, сейчас луг, можно сказать, что в идеальном порядке. Ну, в общем, сейчас мы вам все это покажем, как будет получаться.
Так, ребята, закончили наш первый кусок, переехали на второй. Вот. Этот кусок побольше, там 30 соток, а здесь получается так, 30, 80 соток здесь. Сейчас этот кусок. Итак, ребята, закончили мы барановать нашу траву. То есть вот попадаются вот такие вот, это вот разгортали. То есть вот как видите, то есть нагортает уже куча кроты. Вот поэтому я и стараюсь, чтобы в зиму не остались они. То есть по весне я говорю, что заливает этот луг водой, мы не можем. Вот. А косим, как вы знаете, это как косарка у нас сегментная. А сегментная косарка боится этих муравейников, кротовников вот этих. Поэтому для этого мы и делаем. Так что вот так у нас обстоят дела. Вот наша речка, которая нам весной доставляла неудобства небольшое. То есть, как видим, сейчас мне и воды еще многовато. Вот такие дела. Ну, на этом будем прощаться с вами. До новых встреч. Подписывайтесь, кто не подписался. Ставьте лайки. До свидания.